Блин, шикарная песня, конечно. Знаете что, давайте мы купим права в Бон. Вот, Бон. 50? 50 миллион? Нет, нет, в топку. Что я тебе могу сказать? В Гинтаме можно найти нормально. Плюс, то учитывая прелесть Гинтамы еще и в том, что она прямо сейчас выпускается. Каждую неделю выпускается новая серия. То есть вот сейчас выпускается конкретно четвертый сезон. Это, мать его, зашибись. Ты понимаешь, у меня был один из первых стримов, когда я здесь начала. Ну, в смысле, вот на этом аккаунте. Мне до этого, если что. Не, никаких сонных песен. Вот. То, что у меня был предыдущий аккаунт, мне его забанили. Это другая история, старая история. Вот. Так смысл в том, что один из первых стримов здесь был под названием «Ничего не случилось летом 2015-го». Это был стрим посвященный... Ну как, посвященный, в общем, название я взяла из серии Гинтамы. То есть вот за день до этого вышла серия под названием «Ничего не случилось летом 2015-го». Знаешь, как было обидно? Как мужики любят говорить, как серпом поесть. Нет, сейчас у нас вот эта песня. Спать. Точно? Одну простую сказку, а может и не сказку, а может и не простую. А что тебе не нравится? Подожди, тебя что-то не устраивает, то, что я тебя бужу? Ее мы помним с детства, а может и не с детства. А может и не помним, но будем. Чувак, вспоминать. Это настолько стоит того. Ты понимаешь, что Гинтаму можно смотреть с любой серии по любую серию, потому что там есть арки, но их очень мало. Ты можешь смотреть в любой момент. Ну, то есть, серьезно. Очень много серий, которые непосредственно не связаны с основным повествованием. А может быть, корови. Однажды повезло. Хочешь послушать, что у меня звучит? Прислал ей кто-то сыра. Грамм думает 200, а может быть и 300, а может полстола. Отсоси у тракториста. На еле она взлетела, а может... Прошу прощения, вам, наверное, это сейчас было очень болезненно для ушей, но я думаю, вы выживете. А я человек руки рассказала. Ну, а что в этом плохого? Ну, то есть, не, я не смотрю One Piece, потому что он такой достаточно, видимо, примитивный, и все ругаются на рисовку. Вот, это одна из причин, почему я не смотрю One Piece, на самом деле. Такой ночью, ничего тут, а. А давайте построим в город Гренобль железную дорогу. А может, и не злой. А может, это дворник был? Он шел по сельской местности. По сельской местности. Надо просто послушать этот текст. За новой метлой. Ну, не знаю. Так, что мы можем перевозить? Нам, на самом деле, не обязательно строить. Ребят, нам надо просто развивать наше производство, на самом деле. Потому что у нас уже железных дорог просто дофига на самом деле. А может быть собака. Давайте мы усовершенствуем. А может быть корова. Но тоже хороша. Привет. Ну блин, как бы человеки, которые имеют нечто общее в плане того, что смотрят аниме, они могут поговорить о чем угодно. А в данном случае ты видишь у меня Гинтама. А он мне говорит, что он видел Гинтаму, но при этом сейчас смотрит One Piece. Вот. А если вы споете? Слушай, не так, не дай бог, японцы 3D-эффект, это просто тошнотворный. Я просто смотрела новую Sailor Moon, которая выходила вот сейчас буквально. Это была катастрофа. Ты на самом деле так не обращай внимания, я уже чуть-чуть на самом деле под шафе, ты тут много чего пропустил, короче. Давайте мы возьмем кредит, короче, улучшим наш завод, потому что наш завод должен быть великолепен. Вот этот. Корона. 3D-эффекты, правда, могут убить аниме без проблем. Гуррен Лаганн.
Ну, короче, мне кажется, надо на весь следующий год. Или не надо, нет. Мне, кстати, тут сказали, что я ужасна, потому что когда я пью водку, я даже не морщусь, а это неправильно. Мурвокотам! Мурвокотам! Подожди. Короче, отпишись в чате. Мурвокотам. Время отписываться в чате, короче. Правда. Мурвокотам. Отпишись, а то я забуду твой ник. Срочно. Нет времени объяснять, отпишись. А! Не только взрослый. Я пытаюсь быть тихой. Мурлокотам, мы тебе очень рады. Привет. Может, ты Марлокотам, конечно. Вот, это мы так с тобой приветствуем сегодня. Ты прости, я сегодня немножко уже так веселенькая, так что. А что, тоже знакомый? Старый добрый знакомый? Ее мы помним с детства. А может, и не с детства. А может, и не помним, но будет. Так, нам нужны еще доходы. Нам нужны доходы. Нам помнится в вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собаки. А может быть, корови. Му-му-му-му-му-му. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200. А может быть и 300. А ты все так крест. А может полкило. Слушайте, который раз эта игра уже, эта музыка уже звучит. Alice in Sevillian, the consumer несчастный. Этим все сказано. Я прошу прощения, я просто учила латынь немножечко. Короче, кажется, сейчас у меня дьявол появится. Так, кстати, как насчет сегодня прочитать вам страшилку? Вот реально все просто будут в восторге, наверное. Может быть, нет, но, мать его, это просто великолепная страшилка. По крайней мере, мне от нее было очень даже жутко. Ну, на самом деле, я просто еще очень впечатлительный человек, к сожалению. Это плохо. Впечатлительный. Это про Гинтаму или все-таки про Пластилиновую ворону? Давайте я включу какую-нибудь песню, чтобы нам всем было хорошо. Давайте еще раз. Вот, у нас сегодня с утра никого почти не было, кроме панды. Так что вот вы должны послушать эту песню. У вас нет выбора, вы все равно меня смотрите, поэтому давайте слушать эту песню. Так. А меня чё, алкашом не называешь, да? Стыдно, значит, да? Значит, женщину алкашом нельзя назвать? Вы что, там все, что ли, бухие? Ах вы! Ах вы! 3 миллиона. Давайте купим. Срочно покупаем. Купаем. Я хочу покупать алкогольные заводы. Алкогольные заводы. Ну вот, меня алкашом не зовут. А я сама этого просила. Прошу прощения. Нам нужна пшеница. Давайте мы сейчас купим кучу всяких пшеничных ферм, короче. И будем веселиться. Веселиться. Надеюсь, меня не попросят теперь, да? По мне ведь сегодня, правда? Ой, вы можете на меня найти такой компромат на самом деле. Это я сегодняшний стрим, видимо, не буду на YouTube заливать, на всякий случай, знаете, кто ничего видит, а я буду, короче, пью. Вы знаете что? Пойду я себе. Чувак-рука. Чувак-рука, ты же не спишь еще? Чувак-рука. Чувак-рука. Человек-рука. Можно твой вискарь?
Кстати. Я тоже иногда пью по выходным и праздникам. Знаешь, вот это есть великолепный календарь, который 365 поводов не выпить. Не поводов не выпить, вот. И там, типа, каждый день праздник отмечен. Я вернусь. Мне заплатили 50 тысяч. Так, нам нужно увеличить стоимость нашей компании примерно на 3 миллиона долларов. Я думаю, мы справимся. У нас осталось 4 года. Итак, продолжаем. Тоже работа в лайске. Честно говоря, не люблю искать. Ну так. Вот ты какой, значит, да? Сначала, значит, рестримишь, а теперь репортишь? Как ты рестримишь, скажи мне? На самом деле, на такой репорт никто не отреагирует, так что... Там не было алкоголя, там была фамилия Нина. Ты слышал про некоторого... Про некоторого Сена Макгрегора? Между прочим, очень известный... производитель алкоголя. Но не более. Кстати, слышите это великолепно? Не знаю, обращали ли вы внимание на музыку, которая была до этого. Но это было неважно. В общем, сначала спели, ну, как бы, американцы, вот. Вот чисто в американской манере, замечательно. А теперь спели... А, ингалятор. Ну, мы поняли. Вот. А сейчас вот вы пели такие афроамериканцы, короче, да, прям такую придали свою, знаете, атмосферу. Давайте искать, что мы еще можем купить. У нас еще что-то не куплено, наверняка есть. Да, вот, например, эту ферму, которую нам надо купить, потому что у нас слишком мало доходов. Смотрите, серебро мы уже набили себе. Нет, стоп, нам еще надо увеличить балансовую стоимость нашей компании на 3 миллиона долларов. Значит, нам надо построить еще железный дорог. Давайте мы соединим Тур и Лимож. Лимож, Тур.